Не-не-не-не. Костюм испортит. Блять. Доска есть где-то. Вон палку взять с этим, с гвоздем, по башке дать. Главное руку, не пробить руку. Да. Не, по башке не надо его бить, надо просто ему в рот ставить. А вот доска. Да еще палку руку мать. Блять. Может ему мозги отрезать? Терпи. Тихо. Аккуратно, костюм. Снизу. Блядь, держится. Блядь. Ай, блядь! Ай, сука! Ну на вторая пасть! Андрю, блядь! Андрюха, подожди, все, не трогай, дядя! Подожди. Тихо. Может, давай по башке долбани ему? Не надо, подожди, он меня схватил второй пастью. Тихо. Блядь, как больно, сука. Блядь, твою мать. Давай его убью нахуй. Да убить надо по башке, дать ему гвоздем. Ну, сейчас, подожди. Блять, ну чем его расковырять? Ёбаный ты в рот, а? Тихо. Вот ножом пасть разрезать. Попробуй, да, давай. С этой стороны, со стороны стола, или с той, с твоей. Или с твоей, Андрюха. Бля, хуй ты, блядь, ещё хуже у меня хватает, Андрюха. Видишь, у меня на вторая пасть. Да хуй ты мне что ли? Блядь, чем? Видишь, у него вторая пасть там. Ага. Ай, блядь! Держи. Ох, сука. А, не это самое. Пиздец. Вот гад. Твоя дима. Фу, блядь. Блять! Борис Юрьевич, ты че пугаешь народ? Залез, блин, хрен знает фигой. Видишь, у него вторая пасть, Андрюха. Ага. То есть вот это он про... Видишь, вот это вот. У Марины такая же херня. Видишь, вот она. Ну. Маленькие зубы, смотри, вот они. Ну, понятно. Видишь, вот. А те всасывают. Там, и он заглатывает. Ну, вот видишь, он мне руку, бля, пробил. Ну. Пиздец. Какая хуйня. А то Марина такой же устройство, как называется. Костюм надо будет мне, кстати, проверить. Видишь, и здесь пробил мне. Естественно. И здесь попробивал мне все. Ох, сумму. Я хотел за кепку, раз он меня цепанул. А что ты по локоть суешь туда? Я, честно говоря, не думал, что он хватанет. Да никто не думал вообще. Ну, блин, черт. Да я не черт. Доставайте теперь его, блин. Все, YouTube сейчас будет номер один. Борисюча кругу засунул вообще. Иди, чувак, я с тобой сфотографируюсь. Крест, да, подожди.